Муж моей подруги умер от рака. Его дети долго писали ему смс-сообщения о том, как они поживают. Номер передали другому абоненту, и он начал отвечать. Отвечал на каждое сообщение, так как понял, что к чему. Подбадривал их, писал в ответ очень хорошие слова. Когда их мама узнала, то позвонила. Говорили они по телефону до утра. Встретились. Спустя почти 5 лет она выходит замуж. Дети его называют «папа-2», он их обожает. На свадьбе он сказал, что видел сон, в котором какой-то мужчина ему сказал: «Ты после меня, делай, что хочешь, но только детям отвечай».